Ух ты, голосование в Орегоне – это здорово! Наверное, поэтому у нас одна из самых высоких явок в стране каждый год. Бюллетени рассылаются по почте за несколько недель до дня выборов, и каждый конверт с бюллетенем имеет свой уникальный штрих-код. Мы можем опустить свой бюллетень в почтовый ящик или ящик почтовой службы США, чтобы почтовый штемпель был проставлен не позднее дня выборов. Или можно принести его в официальный пункт сбора бюллетеней до 20:00 в день выборов. Затем мы можем наблюдать за процессом, зная, что наши выборы точны, надежны и защищены. Взгляните, так много избирателей в Орегоне! Сначала бюллетени помещаются в системе регистрации избирателей как полученные, затем проверяется подпись. Существует даже система, помогающая избирателям, если их подпись не совпадает. Я так счастлива, что, кажется, могу летать! После того, как все бюллетени посчитаны и результаты готовы, они загружаются на сайт с результатами голосования в штате. Но это еще не все. Сотрудники избирательных комиссий проводят окончательную проверку перед подтверждением результатов. Мне так нравится голосовать в Орегоне, что я буду танцевать на мосту Сент-Джонс.